как правильно въехать верхом в манеж. Либо же, в принципе, когда вы заводите лошадь, вы тоже можете отрабатывать это. Вы подъезжаете к манежу, останавливаете лошадь. Лошадь должна быть спокойной, расслабленной. Смотрите, нет ли проезжающих мимо лошадей, детей. И только тогда въезжаете в манеж. Все, лошадка должна входить в манеж спокойным шагом. А сейчас мы с вами посмотрим, как же правильно выехать из манежа. Выезд из манежа. Нельзя вот так ехать на лошади, подъезжая к выходу, резко завернуть ее и выйти из манежа. Так делать не стоит, иначе лошадь по определенный момент, она вас так вывезет, вы будете входить галопом в поворот и вылетите из манежа. Нельзя делать вот так. Ехали по центральной линии и выехали из манежа. То же самое. Так делать нельзя, иначе вы в следующий раз не успел подать команду какому-либо повороту налево и направо. Вы выедете и поедете дальше. У меня так девочка раз выехала. Я вам показывала налево. То же самое направо. Нельзя ехать по стене, подъезжая к выходу, резко взять и выехать из манежа. Так делать нельзя. Как же правильно выехать из манежа? Желательно, когда вы двигаетесь, например, по стене. Мы сейчас переедем на противоположную сторону. Вот, например, вы лошадку пошагали, и вам просто надо выехать. Вы съезжаете со стены чуть в сторону, выравниваете лошадь направлением к выходу и делаете остановку. Стоите, фиксируете остановку, смотрите, что лошадка расслаблена, спокойно, она на выход не торопится, никуда вас не рвет, никак не психует, она спокойно ждет вашу команду. Можно подъехать еще ближе. Остановиться уже ближе к выходу, посмотреть, нет ли кого слева, справа, животных, детей, ведущих лошадей. Посмотреть, лошадка спокойно на это все отреагировала, и только потом мы можем выехать из манежа. Чтобы лошадь вас научилась спокойно ждать вашей команды, когда вы подадите свою команду на выезд из манежа, а сама не проявляла никаких инициатив. Все, всем спасибо, всем пока. На связи с вами была школа коневладельца «От уха до копыта» и я, Юлия Дворецкая. Кстати, забыла небольшое дополнение. При въезде и выезде из манежа смотрите на то, какие детали торчат по сторонам. То есть вот видите, у нас жердь торчит. Это неправильно. Кто-то открыл жердь и неправильно. Да, должна быть до конца открыта. Лошадка, например, может выходить, тременем зацепиться, седлом испугаться, понестись, человека травмировать. То есть мы стараемся смотреть, чтобы лошадь ни за что не зацепилась. И старайтесь проезжать ровно посередине, как на въезде в манеж, так и на выезде, чтобы ни ваши ноги тоже ничего не зацепилось, вы ни за что не зацепились, все хорошенько это отслеживаете, вот ровно посерединке вперед, а потом уже поворачиваем. И точно так же смотрим, как мы въезжаем, да, вот я разверну лошадку, вот я сперва сюда, потом я ее выравниваю ровно посерединке, смотрю, как мне проехать аккуратнее, не зацепив ничего. И двигаюсь в манеж. Въезжаю, видите, в лошадку идущую. Всегда смотрим, когда въезжаем. Вот как-то так. Всем спасибо, всем пока.